Мы приехали в отель Сирень, Hotel Bodrum. Он находится в поселке Гумушлук. Видовой отель на первой линии, европейский, работает только на завтраках. Из лобби отеля можно сразу хорошо рассмотреть территорию. Территория отеля Сирень Бодрум. Всего в отеле 90 номеров. В отеле два пляжа. Один с этой стороны мы видим, другой обещают с другой стороны. Есть заход с пляжа, но там много камней и плит. Есть заход с пирса. По всем таким яростным отелям курсируют багги, поэтому, в принципе, добираться вверх и вниз не проблема. И пока мы гуляем по прекрасной территории отеля, дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на наш канал. Нам это очень важно. А также пишите в комментариях, как вам отель. Может быть, вы уже отдыхали или планируете в нем свой отдых. Нам будет интересно почитать. Территория отеля, конечно, ярусная, но она безумно красивая. Масса каких-то уютных уголков, все увито цветами. Ходить здесь просто наслаждение. Ну и, видимо, лишний вес не прибавится, потому что отель весь под горой. Зона вилл находится чуть ближе к пляжу, вот основного здания. До пляжа нас уже повезли на багги. Примерно снимем дорогу, как она выглядит. Багги ездят быстро, регулярно, долго ждать их не приходится. Вот мы и приехали на пляж. Еще чуть-чуть красивее территория отеля Сирень Бодрум. И спустимся посмотреть пляж. Сейчас еще готовят отель к сезону, поэтому есть кое-какие наработки. Пляж каменистый, заход в море, видно, что есть плиты. Но здесь все отсыпают песком, и есть даже лестничка для хорошего входа. С пляжа, поднимаясь наверх к корпусам, к виллам, открывается тоже очень красивый, приятный панорамный вид, где как раз видна вся территория отеля. И как раз основной бассейн отеля с панорамным видом. Номер смотрим Deluxe View в отеле Сирень Бодрум. 70 квадратных метров нам обещают. Хотя 70 тут не пахнет. Есть одна комната, отдельно унитаз. Отдельно такая не матовая ванная, закрытая.
Здесь могут поставить еще одну док-кровать. Смотрим сьют двухкомнатный в отеле «Сирень Бодрум». При входе сразу же гостевой туалет. Первая комната – гостиная. Сразу же пойдем посмотрим. Первая спальня. Очень просторная. Номер 140 квадратных метров. Гардеробная зона. Снова проходим в гостиную. Гостиная идет как коннект между двумя номерами. И вторая спальня. Максимальное размещение обещают 4 плюс 2, то есть в каждой комнате еще по доп-кровати можно поставить. В каждой комнате по своему санузлу и ванной, по своей гардеробной зоне. И плюс еще гостевой туалет на входе. И огромная терраса. Смотрим Family Suite в отеле Сирен. При входе сразу же ванная, туалет. Здесь первая и спальня, и гостиная сразу же. И вторая комната с кроватью King. Точно так же со своим санузлом. Suite to bedroom отличается отсутствием общей гостиной комнаты. Здесь просто две спальни, но очень просторные. Каждая спальня почти по 70 квадратов. И везде большие классные террасы. В этом номере две раздельные террасы с видом на море. И посмотрим еще завтраки в отеле Сирень Бодрум. Отель работает только на завтраках. Завтраки подаются до 12:30. Достаточно хороший выбор овощей. Можно самостоятельно себе собрать салат из зелени. Также есть фрукты, и ананасы, и киви. Все почищено. Клубничка очень вкусная. Ну и различные нарезки. Красная рыба, различные колбасы и сорта мяса в нарезке представлены. Хороший выбор сыров и различных холодных закусок. Ну, тут каждый найдет себе блюдо по душе. Также много разных маслин и оливок. Есть мед в сотах. Выпечка в отеле тоже очень хорошая. Много вкусных булочек. Делают осемиты и различные пирожки. И тут уже стойка с вафлями и блинчиками. Стоят разные топпинги. Есть яйца в нескольких видах. Каша, картошка фри. Ну и различные горячие блюда. Орешки, сухофрукты. И разные сухие завтраки. Есть стойка также с чаем, кофе, с соком. И вот с таким красивым видом можно позавтракать в отеле Сирень Бодрум. Открытая терраса. Мы пришли в спа в отель Сирень Бодрум. Как и во всех спа, очень приятные ароматы, расслабляющая музыка. Очень удачно сделана стеклянная зона, и как будто бы пространство в два раза больше. Бассейн, открытые окна в пол. Спа и хамам в отеле Сирень. Есть отдельные комнаты, сауны.
Здесь соляная комната. Есть сауна. Сауна здесь даже две. И комната отдыха. И смотрим еще спортзал в отеле Сирен. Посмотрим виллу. С собственным бассейном. Это первый этаж. Здесь у нас гардеробная. Санузел. Раздельный, полупрозрачный, точнее прозрачный. Еще одна спальня. Этаж вверх у нас идет. Абсолютно бесполезный этаж. Это просто ради вида. Возможно, он технический. Еще одна комната на первом этаже, спальня. Тоже со своим санузлом. Есть даже лифт. Спускаемся на этаж вниз. Максимальное размещение виллы 11 человек. На минус первом этаже у нас огромная гостиная зона. Одна. Еще одна спальня. Также со своим санузлом таким же. И с этого минус первого этажа выход к приватному бассейну. Видовому. И идем еще на этаж ниже. Один санузел. У виллы есть собственный хамам. Зона отдыха. И собственной сауной. И даже собственным тренажерным залом фактически. Зал можно использовать по своему назначению.